Вся оперативная информация нашего города в программе «Чрезвычайка». По данным пресс-службы отдела МВД России по городу Нефтекамску, за минувшие выходные 3 и 4 июля были зафиксированы 2 мошенничества, 3 обращения в больницу, 5 мелких хищений, 36 семейных скандалов, жалоб на соседей, нарушение тишины. Также один факт кражи денег с банковской карты. 4 человека пропали без вести. Зарегистрировано 12 административных правонарушений. Сотрудники госавтоинспекции Нефтекамска зарегистрировали 1 нарушение ПДД, еще один факт повторной пьянки за рулем и 7 дорожно-транспортных происшествий, которые обошлись без пострадавших. За минувшие выходные на территории городского округа был зафиксирован один пожар. 4 июля ЧП произошло в жилом многоквартирном доме. Погибших и пострадавших нет. Бригады скорой помощи совершили 356 выездов. Из них по поводу получения различного вида травм к медикам обратилось 23 человека. 39 нефтекамцев были срочно госпитализированы. Зафиксировано 10 выездов, связанных с криминалом. Кроме того, 24 человека обратились в скорую с признаками алкогольной интоксикации организма. 12 выездов оказались безрезультатными. В родильном отделении Центральной городской больницы на свет появилось 10 малышей, 4 мальчика и 6 девочек.